Наша группа называется Аркайда. Вот, в нашей группе мы с Димой, собственно, музыканты и исполнители. Я представляю наше выступление сегодняшнее уютное, музыкальное, не знаю, энергичное. В том плане, что музыка, она предрасполагает сегодняшнему вечеру. И здесь собрались все наши друзья, слушатели. Будем делать красиво. И как мы придумываем песни, это такой полет в космос, творческое такое вот размышление, немножко декаданса. На самом деле все просто. Есть идея, рисуются образы как-то вот. Картинки, просто музыка — это картинки. Мы слушаем песни и всегда представляем, так, вот я где-то еду в какой-то машине, не знаю, там, что-то либо происходит. Я там качаю на сцене, да, и мы пытаемся сделать так, чтобы человек мог наиболее лучшим образом представить себя в этой картинке, которую мы хотим ему передать. Мы считаем, что неважно, что это кафе, клуб, ресторан, в любом заведении музыка должна качать. Должна давать драйв. Пришли сюда первый раз, нас очень, наверное, завлек уют, обстановка. То есть тут так все расположено, что тебе хочется просто прийти сюда и остаться здесь. Неважно, чем ты будешь заниматься, поэтому, наверное, название «Здесь и сейчас». Ой, я...